Филипп Дормер Стэнхоп, 4-й граф Честерфилд, английский государственный деятель, дипломат и писатель. Старательно избегай всякой дружбы с дураками и плутами, если в отношениях с такими людьми вообще применимо слово «дружба». Лучшее испытание для истины – насмешка над нею. Истинное остроумие – качество столь редкое, что многие им восхищаются, большинство к нему стремится, все его боятся, а если ценят, так только в себе самом. Тщеславие вызывает отвращение у всех по той простой причине, что оно всем без исключения свойственно, а два тщеславия не сойдутся никогда. Мало кому нравятся советы, и меньше всех их любят те, кто больше всего в них нуждается. Будь мудрее других, если можешь, но не говори им об этом. Когда я стараюсь распознать истинные чувства людей, я полагаюсь на мои глаза больше, чем на уши. Если кто уверяет, что выпил 6 или 8 бутылок вина за один присест, то из одного только милосердия я буду считать его лжецом, не то мне придется думать, что он скотина. Умение выразить свои мысли не менее важно, чем сами эти мысли, ибо у большинства людей есть слух, который надлежит усладить, и только у немногих разум, способный судить о сказанном. Тот, кто торопится, показывает, что дело, за которое он взялся, не для него. Сознание своего достоинства делает умного человека более скромным, но вместе с тем и более стойким. Если ты нащупал в человеке какую-то характерную черту, ни в коем случае не доверяй ему в том, что этой черты касается. Сочинители афоризмов, в большинстве, красоту мысли ставят выше точности и справедливости. Конечная цель красноречия – убеждать людей. Дети и придворные ошибаются намного реже, чем родители и монархи. За выбором друзей следует выбор общества. Приложи все усилия, чтобы общаться с теми, кто выше тебя. Это поднимет тебя, тогда как общение с людьми более низкого уровня вынудит тебя опуститься, ибо каково общество, в котором ты находишься, таков и ты сам. Когда тебя хвалят, обдумай хорошенько, заслуживаешь ты этой похвалы. Если не заслуживаешь, то значит тебя обсмеяли. Быть правым – сомнительное удовольствие. Удовольствие суметь доказать, что другие не правы. Если тебе приятно, когда люди внимательны и чутки к твоему настроению, вкусам и слабостям, можешь быть уверен, что внимательность и чуткость –
которые ты в подобных случаях выскажешь другим, будут им также приятны. В погоне за похвалой лучшая приманка – скромность. Надо уметь молчать вообще обо всем, что имеет значение лишь для тебя одного. Наслаждение – это риф, об который разбиваются большинство молодых людей. Стремясь найти его, они пускаются в море на всех парусах, но у них нет компаса, чтобы направить свой путь, у них недостаточно разума, чтобы вести корабль по какому-нибудь верному курсу. Поэтому путешествие их вместо того, чтобы доставить им наслаждение, кончается для них мукою и позором. Знание – это убежище и приют, удобные и необходимые нам в преклонные годы, и если мы не посадим дерево, пока мы молоды, то когда мы состаримся, у нас не будет тени, чтобы укрыться от солнца. Кто сам говорит о своих достоинствах, тот смешон, но кто не сознает их, глуп. Я рекомендую вам заботиться о минутах, часы сами позаботятся о себе. Все люди судят о нас по нашей наружности и манерам, и только немногие по нашим душевным качествам. Всякое собрание людей есть толпа, независимо от того, из кого она состоит. Разума у толпы нет, зато есть уши, которым следует льстить, и глаза, которым следует нравиться. Хорошие манеры – лучшая защита от дурных манер другого. Недостаточно иметь заслуги, надо уметь людям понравиться. Никогда не придерживай людей за пуговицу или руку, чтобы они тебя выслушали. Если тебя не хотят слушать, лучше придержи свой язык. В злословии, как и в краже, виноватым считается потерпевший. Я действительно не знаю ничего более преступного, более низкого и более смехотворного, чем ложь. Это порождение злобы, трусости или тщеславия, но, как правило, ни одно из названных чувств не достигает с ее помощью своей цели, ибо всякая ложь рано или поздно выходит на свежую воду. Юноши кажутся себе достаточно умными, подобно тому, как пьяные кажутся себе достаточно трезвыми. Как в дружбе, так и во вражде поставь определенные границы доверчивости твоей и неприязни. Пусть первая не доходит до того, чтобы стать опасной, а вторая – непримиримой. Добродетель есть не что иное, как красота духовная. Большинство людей довольны более низким общественным положением своих друзей. Те, кто громче всех требует свободы, хуже всего ее переносят. Каждое потерянное мгновение – потерянное дело, потерянная польза.
умный человек иногда торопится, но ничего не делает в торопях. Следует твердо знать, что не бывает людей, совершенно незначительных и не заслуживающих внимания. Время от времени нужно разрешать им быть полезными вам, чего они безусловно не станут делать, если хоть раз выказать им свое пренебрежение. Ошибки часто прощают, пренебрежение никогда. Людская гордыня навсегда запоминает подобное. Когда тебя похвалят, обдумай хорошенько, заслуживаешь ли ты похвалы. Если не заслуживаешь, то значит тебя осмеяли. Трудно сказать, кто глупее, тот ли, кто говорит всю правду до конца, или тот, от кого вообще никогда не услышать правды. Вежливость и хорошие манеры совершенно необходимы для того, чтобы украсить любые другие достоинства и таланты. Относись к другу так, как тебе хотелось бы, чтобы они относились к тебе. Вот самый верный способ – нравиться людям. Знания могут придать человеку вес, но только воспитанность может придать ему блеск. В женщинах сердце – это все, и ничто другое не имеет над ними власти. Если ты обнаружил, что незаметно для себя проникся симпатией к человеку, у которого нет ни высоких достоинств, ни каких-либо выдающихся талантов, задумайся над этим и проследи, чем именно человек этот произвел на тебя столь хорошее впечатление, и ты увидишь, что это приятность манер, обходительность и умение себя держать. Один видит в луже только лужу, а другой, глядя в лужу, видит звезды. Радуйся жизни. Наслаждайся каждой минутой ее, ведь удовольствия заканчиваются раньше, чем жизнь. Филипп Дормер, Стинхоп Честерфилд. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.